Ребята, всем привет, с вами Андрей Евколайф. Сегодня мы приготовим классический американский салат, который называется коулслоу. Вроде бы ничего особенного, капуста и морковь, но все дело в заправке. А их у нас будет три вида. Все мы посмотрим, протестируем, короче говоря, смотрим ингредиенты. Итак, нам нужна будет капуста, морковь, майонез, яблочный уксус. Кстати, можно взять и белый винный уксус. Сахар и соль. Это у нас ингредиенты для заправки на основе майонеза. Итак, приступаем. Итак, ребята, ничего особенного с капустой делать не надо. Разрезаем пополам. Дальше еще на четвертинки, на две. И вырезаем кочерыжку. И, в общем, нарезаем, как обычно, такой небольшой соломкой, как говорится. Итак, ребята, капуста у нас готова. Осталось только натереть морковь на крупной терке. Так, морковь тоже готова. Отправляем ее прямо к капусте и размешиваем. Итак, ребята, у нас практически все готово. Капусту с морковью мы разделили на три равные части, чтобы попробовать все три заправки наши. Итак, начинаем готовить первую заправку. Майонез, яблочный уксус, сахар и соль. И все перемешиваем аккуратненько. Ребята, и чтобы удобнее было перемешивать, мы капусту с морковью перемещаем в посуду большего объема. Отправляем сюда наш соус, нашу заправку. И перемешиваем. Ребята, первую заправку мы смешали, переложили обратно, закрыли пленкой. И сейчас пока дождется своей очереди. Дальше. Следующая заправка. Смотрите, здесь у нас сметана, майонез. Майонез, кстати, присутствует везде, просто в меньших количествах где-то. То же самое яблочный уксус, соль и сахар. Перемешиваем. Отправляем заправку к салату нашему. И перемешиваем опять. Перекладываем обратно и будем сейчас готовить третью заправку. Итак, ингредиенты для третьей заправки. Вообще нужна, ребята, пахта, но у нас ее трудно найти, поэтому ее можно заменить нежирным кефиром. У нас 1%. Дальше все то же самое. Майонез, яблочный уксус, соль, сахар. Перемешиваем. Выливаем нашу заправку. Перемешиваем. Перекладываем обратно. И тоже закрываем пленкой. Все, ребята, у нас все три салата заправлены. Теперь их убираем примерно на 1 час, не меньше, в холодильник. И дальше увидимся, будем пробовать. Кстати, все интересные факты о блюдах, все ингредиенты, их количество у нас, как всегда, находятся в описании под видео. Так что не забывайте. Увидимся. Ребята, у нас прошел час, мы достали наши салаты, перемешали. И сейчас будем пробовать. Так, первый салат у нас заправка здесь майонезная. Хрустящая капуста. Майонез, я бы не сказал, что прям майонез такой чувствуется. Нормально. Пробуем вторую заправку. Это на основе сметаны. Слегка вкус отличается. Здесь уже майонезного вообще ничего нет. Потому что здесь половина майонеза, половина сметаны. Пока не могу сказать, какой лучше. Дальше у нас на кефире или на пахте. Ребята, на самом деле заправки отличаются не сильно друг от друга, и я даже не скажу, какая из них лучше. Они все хорошие по-своему, минимальные отличия, поэтому
делайте, в принципе, любую, которая вам понравится по ингредиентам или... В общем, особых различий я не нашел. Ребята, салат отличный. Кстати, он идет в качестве гарнира к таким блюдам, как бургеры, стейки, свиные ребра барбекю, которые, кстати, мы будем делать в следующем видео, так что не пропустите. И на этом мы с вами прощаемся. Как обычно, на неделе. С вами был Алексей. Всем здоровья, всем пока.